Ну, вот и я. Мне надоело отдыхать. А ну-ка, поднимайся, лежи бока. У Нечаевых, гляди, к новоселье на носу. Как же он без тебя? Не до праздников нам сейчас, Михаил Иванович. Не до праздников? Ну-ка, выйди-ка ненадолго, красавица. У нас, Серега, разговор есть. Незачем. Ух ты, какая она у тебя. Незачем, отрезала. Ну, по мне, оставайся. Тем более, что разговор тебя касается. Вот какая штука-то, Сереж. Получается. С работы меня хотят снять. И вроде как по твоей милости. Это как? А вот так, Сереженька, вот так. Приехала тут комиссия с главным инженером. Помнишь, он тебе еще в импилок вручал. И устроили мне судилище. Да вроде я в отношении тебя нарушил технику безопасности. И должен за то отвечать. Ну скажи ты мне, только по совести скажи, Сергей, по совести. Гнал я тебя в тот проклятый день на лесосеку. Не гнал, Сереженька, не гнал. Сам вызвался, заработать хотел. Нет, ну может, конечно, надо было остановить, помешать. Ну ведь какое дело, Сережа, знал бы, где упадешь, я бы тебе соломки подстелил. Что ты хочешь? А вот, Сереженька, вот у меня тут заявление мое, то есть твое. Ну, дескать, увечья получил по собственной вине и никаких претензий. Ну, тебе ведь ущерба не будет, пенсию по инвалидности все одно получишь. Не подписывайся, Сережа. Подбивал он тебя в тот день, и ты сама слышала, и женщины наши подтвердят. А ты его не подбивала? Я за технику безопасности не отвечаю. Не слушай его, Сергей. Я знаю, закон смотрела, теперь он тебе должен доплачивать. Ну и свиристелка ты. Ему все равно больше не подняться, а мне жить! Уходи отсюда. Татьяне твоей завсегда рада. А ты к нам дорогу забудь. Подождите, мама. Марта, ручку. Не дам. Дашь! Я еще пока что предмет одушевленный! На-на. Живи.